Семена лихниса красного, лихнис краснии, высевают на рассаду в марте-апреле. На постоянное место пересаживают в конце мая. При таком способе выращивания растения зацветет в тот же год. Не требует особых усилий по уходу, хорошо растет на солнечном месте, в тени, любит рыхлую почву. Высота куста достигает 1 метра. Стебли прямые, прочные листья продолговатые, небольшие. Бутоны появляются в июне. Корзинка состоит из маленьких цветочков ярко-красного окраса. Аромат слабый. Цветение продолжается до конца лета. Высаживают культуру вдоль бордюров, в саду, на клумбе в сочетании с другими декоративными цветами. Лихнис красный – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Лихнис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. В качестве места выращивания лихниса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лихнис красный в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.